Я поздравляю вас с открытием ежегодной спартакиады работы в прокуратуре. Увлечение спортом, да? Приверженность к здоровому образу жизни – это неотъемлемая часть прокурорской работы, поскольку спорт, он всегда вырабатывает в человеке уверенность в себе. Спорт – это успех к победе. Участвовали в соревнованиях по плаванию. Профессионально плаванием не занимаюсь. Просто для себя. И вы заняли сегодня какое место? Второе место. С удовольствием сменяю свое основное место деятельности на ракетку. Во время работы тоже находим время для занятий спортом.